Было открытым, как мне сказали, свободным, поэтому здесь партийная дисциплина, она не действовала, и большинство депутатов поддержали ту резолюцию, которая была представлена, по сути, оппозиционной партией, коммунистической партией Российской Федерации. Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений.